как брать во время клинча противника. Вот таким образом вы не сможете взять, потому что вы будете в перчатках. Поэтому, смотрите, вот за шею хватаем и кисть, смотрите, вот запястье и вот сверху, оп, так же самое. Бам-бам, вот, зажимаем. Есть. Частая ошибка — это голова. Когда голова вот здесь торчит и начинаю бить. Попробуй мне ударить боковой в голову. Видите, все прилетает в голову. Я... Поэтому, когда схватили за шею, голова, смотрите, прижимается вот сюда. Попробуй теперь мне боковой ударить. Уже боковой неудобно бить. Здесь голова ваша уязвима для боковых ударов. Голова вот прижимаете. Когда его голова вот здесь, ну туда неудобно бить. Па! Моя голова постоянно, смотрите, я вот такие движения делаю, тем самым вывожу его постоянно из баланса. Потому что когда он крепко стоит на ногах, он готов бить, он готов меня там скручивать. Поэтому я оп, схватил и отсюда бам, опять банк, бам. Я ему не даю крепко стать на ноги. Хорошо?